Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на своем канале «О том, о сём с Ксюшей». Этот канал из Норвегии. О Норвегии, о жизни в Норвегии. И еще мы немножечко готовим, болтаем, собираем грибы, ягоды, путешествуем, огородничаем, рыбачим. Но сегодня я вам хочу рассказать, что я делаю со своими грибочками. В данном случае мы видим лисичку трубчатую. Такую же процедуру я провожу и с ежевиками. Я их замораживаю. Замораживаю я не только в собственном соку, но также маринованные. Грибочки хорошо помыли. Теперь ставим сковородочку на плиту и ложим наши грибочки. Сковородочка должна быть сухая. Накрываем крышечкой. И ждем, пока они пустят сок. Теперь смотрите, грибочки наши пустили такой вот сок, водичку. И в этой водичке промариваем их несколько минут. В этой же водичке мы их будем и замораживать. Все очень легко, просто и быстро. После того, как они проварились несколько минут, минут 5, до 5 минут. Я им даю остыть. После того, как грибочки остыли, мы их разливаем по лоточкам вместе с этой водичкой и замораживаем. Такую же процедуру я делаю и с ежевиками. Ежевички мою, чищу, очищаю от иголочек и режу на кусочки. Как только грибочки пустили сок, провариваю 5 минут, даю остыть. Теперь выкладываю в коробочки вместе с этой водичкой и замораживаю. А зимой достаю вот такой лоточек с морозильника, на сковородочку наши грибочки и жарю вместе с лучком и с маслечком. Если вам понравилось видео, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал «О том, о сём с Ксюшей». Может быть, он вам будет чем-то полезен, а может, просто интересен.